Всем привет, YouTube, привет. Опять вопросы, 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 ответы на вопросы. Расскажите про вашу вот новую присоску. Ну вот рассказываю. Вот это вот диаметром 120 миллиметров. Вот это диаметром 75. Вот. Все как бы то же самое. Расскажите плюсы, минусы, чё, как. Да все в принципе то же самое. Вот берем одной рукой. У нас раз, накачалось. Берем второй. То же самое. Вот они, лампочки стоят. У этой локлайн серый, у этой черный. Как бы разницы никакой нету. Все нормально, все хорошо. Вот еще просили как раз за лампу. Ну вот вам элементарный пример лампы люмки. Покупается китайский светильник там 100-рублевый. Приделывается на железку. Вот таким образом. Цепляется локлайн. Сверлится вот такая дырочка. Вот тут по краям и по центру отверстия. Вот и все. На саморезы вешается рассеиватель. Ну, это нюслевский. Как вы видите, он тут у меня жизнью побитый. И падал он не раз, и склеивался не раз. И несмотря на все перипетии, он еще живой и рабочий. Вот. Ну что еще можно сказать? Вот попытаюсь я сейчас вам засветить лампаду и снять в ней. Это, в общем-то, проблематично снимать люмку. Но зато вот таким образом можно все дефекты показывать. А вот так, когда пытаешься снять, хотя нет, то же самое. Как бы все видно. Отлично видно. Вот она, острая вмятина видна. Прям S-образную дугу описывает. Вот, буквочка S получается. Вот, ну что можно сказать о люмке? Такая же лампа, просто один привык в люм-лампе работать, другой в лед-лампе. Вот она, лед-лампа. Ее ж включить еще надо. Ага, сеть. Ну это ярковато будет. Вот она, лед-лампочка. Вот она. Люмка, и видно, что она зеленым как бы светит, желто-зеленым спектром. Вот. Кто в чем привык работать, тот в том и работает. Особо разницы я большой не вижу. Вот тут мне подсказали. Я попробую. Допустим, мне что неудобство было для меня, скажем так. Было неудобство такое, что, допустим, люмку, вот ее освещение. Ее нельзя диммировать, как, допустим, LED-лампу. Вот, видно, да? Даже я ее погасил. Ну, тут какой-то порог от свечения появляется. И можно, конечно, давать на максимум. Ну, максимум я даю. Сама камера уменьшает для качественной съемки, как бы. Вот. Ну, вот он, минимальный порог свечения. Ну, видно, что, вот, допустим, люмка, она светом аж заливает. А здесь как бы даже не, как бы недостаток света. Вот. Все видно. Скажем так, снимать несколько сложнее в люмке. Иногда не получается найти нужный угол. А так то же самое. Вот, теперь поговорим о самих присосках, значит, о плюсах и минусах. Ну, как я говорил уже, работают они долго. Вот эта у меня присоска работает, не знаю, года три, наверное. Вот это вот недавно купленная. Ну, единственный, скажем, недостаток, мне кажется, в том, что не везде вот эту присоску из-за ее габаритов, допустим, можно присобачить. Вот на такую вот поверхность
Вот. Одной рукой, конечно, и снимать, и заниматься. Ну вот, видно, да? Вот она, лампочка у нас висит. Сюда, естественно, такую вот присоску мы не поставим чисто физически. Вот единственный как бы момент такой негативный. Остального ничего такого замечено не было. Ну и опять же я скажу, на поверхностях, на ровных, допустим, крыша, там какие-то большие детали, разницы нет какого там размера присоска. Допустим, вот это 120 или это 75. Абсолютно, по-моему, никакой разницы нету. Вот и все. У кого какие еще вопросы, пишите, задавайте, постараюсь ответить. Вот такая вот ситуация. Да, по поводу вот этого нюслевского отражателя. Значит, как видно, он боится, допустим, того же спирта, растворителя, клея такого, который едучий. Но, в принципе, работать можно. Здесь нанесена шелкография, вот типографским способом нанесено такое, на нет сходит покрытие желто-зелененькое. Вот оно на, у вас будет видно как зеленоватое, у меня наоборот оно такой как подсолнух цветет вот желтым, именно такого желтого цвета. Вот, а зеленцой оно как бы отдает потом, когда включается свет. Вот это шелкография. Покупал я в ЦАТе в Москве. Вот. Заказал и мне прислали. Иногда работаю этим, иногда этим как бы. Тут. В общем, как Бог на душу положит. Так что вот так. Я думаю, что ответил на все вопросы. И по присоске, по новой, и по LED-лампочке. Да, еще, значит, вот, идея была ее демировать, то есть чтобы она светила ярко или не ярко. Вот. Но тут вопрос этот сейчас на стадии изучения. Ребята уже мне подсказали, как. Если что-то у меня получится в ближайшее время, естественно, я с вами со всеми поделюсь, как демировать ледовскую лампочку. Ой, я извиняюсь, оговорился. Люминесцентную лампочку, как задимировать, чтобы она тише и громче светила. Вот, пока что выкл-выкл. Включил-выключил. Не более того. Вот.